Послушайте, это маленькая девочка. Стрига, точно. Что могло с ней случиться? Думаю, мы ее еще встретим. Почему? Тут рассказана история создания Золотого Руна. Вначале Афина сама вдохновляла художников. Хотите, я расскажу? Расскажи нам, пан. Слушайте, когда Зевс захватил власть над небом и землей, тех, кто не восстал против Олимпа, Зевс поручил этим братьям создать людей и животных, которые будут населять новый мир. Что случилось дальше? Сначала Эпиметей создал зверей и дал каждому из них свои способности. Птицы умели летать, медведь был силен. Что случилось дальше? Затем Прометей стал создавать человека. Человек бы вышел с изъяном. Чтобы восполнить это, Прометей дал людям два дара. Придал им облик богов. Прометей знал, что эти дары обеспечат людям превосходство над зверями и птицами. Достаточно, пан. Надо идти дальше. Хорошую историю не рассказывают на бегу. Тут рассказана история создания Золотого Руна. Не сейчас. Еще трое ждут тебя, но они не знают, чего ждут. Я кое-чего не понимаю. Зачем ты заставила народ Ифры? А с чем бы они остались? Я сохранила мой народ. Я думаю, это ты. Ты мне докажешь? Я намерен спасти. Ты должен еще вынести три приговора. Трое оставшихся решали судьбы этого острова. Фаэдон, Персей... Где Фаэдон? В зале философов. Ты должен выяснить правду о том, где на запад Персей. Узнай, сможет ли он положить конец всему. Ты найдешь ее, лишь тогда ты сможешь противостоять. Помни, те, кто... Однако тех, кто в храме, ты должен судить. Ты... И будь уверен... Откуда ты знаешь, что Стрида — это Афина? Есть нечто странное в маленькой девочке, живущей в болотах. Особенно в Сирак... Я знала, что здесь что-то не так.
Слишком тихо она передвигалась. Мы идем к Фаэдону на запад. Я слышу разговор. Там люди. Похоже, они спорят. Друзья мои, золотое руно ужасно! Хоть кража и преступление, она послужит благой цели. Клянусь, или имя мое не Фаэдон. Похлопай себе сам. Тебе не будут нужны слушатели. О, безымянный оратор! Ты знаток своего дела! Еще предложение? Мое имя Ясон, а твои речи лживы. Слушайте! Задавайте вопросы, пусть он отвечает. Ты, безусловно, сможешь продемонстрировать свои знания в истории создания руна? Начнем с самых простых вопросов. Кем было создано золотое руно? Пан, каков ответ? Это Титан и Пиметей. Титан и Пиметей создал золотого барана, чья шкура стала руном. Верно. Если ты говоришь через посредника, почему бы тебе не отойти, а я задам вопросы сатиру? Или мы больше не услышим твоего Вот вопрос, на который ответит любой новичок. Какие два дара сделал Прометей людям? Прометей украл священный огонь. Каков второй дар? Это... Неплохо, Ясон. Кто убил золотого барана? То был ошибка на Ты выбираешь наугад из Титан? Знай, похоже. Что ж, Фаэдон, обозначь предмет. Тезис золотой в защиту. Оппонент Ясон. Начинай первым. Золотой владыка, разве не очевидно? Убедительный аргумент, но неверный. Неважно, каким образом он бросил вызов Зевсу. Ему не хватит мудрости. Сперва ты говоришь о вызове, а затем о мудрости. Плохой аргумент. Здесь побеждает Фаэдон. Я предоставил тезис. Но если мой оппонент не находит аргументов, боюсь, мы не... Второй! Руно против... Все люди так одеваются. Смертные нет. Я считаю, что... Благочестивый аргумент. Как насчет людей, почитающих богов? Разве не верно, что через человека боги проявляют... справедливость? Те... Действительно. Неуклюжие... Золотой... Войны велись за... Греция... Как пронит... Фа... Хоктакуни. Не думайте, что мир воцарится. Мы не совершим. Чтобы знать, что правильно в этом мире, нужно быть мудрым. Чем мудрее... Разумный аргумент, но он обрушился, не вынеся собственность. Здесь побеждать. Взвешенная труд. А зачем же? Я считаю... Я лишь... Простой человек и оперирую простыми истинами. Я не буду хвалиться педантизмом или псевдоэрудицией. Это сделает мой оппонент. Но я точно знаю, что руно — это реликвия из прошлого. В этой жизни ясно одно — то, что она окончится. Руно может отсрочить этот момент. Люди не верят.
И как может руно быть мерзостью? Оно не изменяет человеческую природу. Нам говорят, что Титан Эпиметей... Это неверно! Эпиметей создал барана, а руно — дело рук человека. Если руно не принадлежит этому миру, то и человек тоже. Руно может поощрять... Надеюсь, все согласны, что эти добродетели должны присутствовать в мире. Блестяще! Вот мудрость Афин. Слушайте! Лавровый венок ему! Как вы все можете верить это? Я и не думал, что они способны постигнуть простые истины. Ты опасный. Какие могут быть дискуссии с воплощенным? Молчи, ничтожество! Ясон, ты видишь? Ты черные языки. Что? Не было легко обмануть шлюху Медузу. Нет. Теперь золот... Где оно? Оно там. Этот меч некогда принадлежал жрецу Аида. Мы спорили. Несмотря на мои рассуждения...